более 100 лет Санкт-Петербургский государственный институт культуры в это время прощается со своими выпускниками, а те, в свою очередь, со своими педагогами, много сделавшими для того, чтобы предстоящая профессиональная жизнь ребят была успешной. За эти годы сложились замечательные традиции в институте подобных мероприятий, которые, к сожалению, сегодня мы осуществить в силу объективных обстоятельств не можем, но главное, конечно, сохранится. Главное – это наше взаимопонимание, наше сотрудничество на всю оставшуюся жизнь. Помните, дом на Дворцовой – это наш общий дом навсегда. Он будет рад встретить вас и помочь вам в любых обстоятельствах. А очную встречу нашу мы не отменяем, мы откладываем. Расставаясь в очередной раз с выпускниками, я всегда повторяю – помните своих учителей. Если то, чему они научили вас в старейшем вузе культуры нашей страны, поможет вам в жизни делать хотя бы два дела – лечить своих родителей и учить своих детей, то мы будем счастливы. Здоровья вам, дорогие выпускники! Успехов и удачи!